Ты мне обещала, что больше не будешь. Ну, я обещала. Не совсем трезва, не совсем одета, зато истинная леди. Так в одном из популярных чатов для взрослых называет себя 40-летняя жительница Химок. Эльвира Абрамова не стесняется сына, позирует перед пользователями в пикантных позах. На мольбу подростка прекратить обвиняет его в отсутствии мужественности. Ну что ты плачешь? Я не плачу. Ты мужчина? Я не плачу. Ты мужчина! К слову, мужчины по ту сторону экрана тоже в замешательстве. Вместо так называемых донатов, добровольных денежных переводов за увиденное, сыплют комментарии, мол, послушай сына, отправляйся спать. Но женщина неуемна, ненадолго отвлекшись от развлечений, принимается за нравоучение. В чем проблема? Ни в чем. Тебе что-то не хватает? Тебе мама что-то не покупает? Новость о нерадивой мамаше, как прозвали ее в сети, буквально за сутки взорвала интернет. Пользователи считают своим долгом высказаться по этому поводу. Комментарии под попавшим в общий доступ видео нелестные. Мне хочется его обнять и успокоить. Бедный пацан. Парня безумно жалко. Ужас какой. Однако, как это обычно бывает, делятся комментаторы на два лагеря. И даже здесь нашлись те, кто поддерживает истинную леди. Извините, что вмешиваюсь. Я эту семью знаю 5 лет. Мать и ребенок ходят к нам в салон красоты. Ребенка знаю с малых лет. Он всегда ухоженный, ни в чем не нуждается. То, что вы обсуждаете, не совсем так есть. Но с кем не бывает. Пьют многие, мало ли проблемы у человека или не спала всю ночь. Она же не будет делиться со своими проблемами с сыном. Скажу одно. Она идеальная мать. Ребенку заменила отца, дала и дает все для его развития. На этом видео нет ничего такого. Дамир любит свою мать, так же Эльвира любит своего сына. Не судите человека по одной трансляции. Я лично ходила к ним домой стричь ребенка и не раз. У них все хорошо. Ребенок вырос у меня на глазах. То, что пишу, это факт. Если верить знакомой Эльвиры Абрамовой, то это и впрямь частный случай. Но, несмотря на минутную слабость, женщиной уже заинтересовалась полиция и комиссия по делам несовершеннолетних. Сейчас специалисты проверяют личность новоиспеченной интернет-звезды. И характеристика со школы положительная пришла, и соседи не совсем плохо отзываются о семье. Но мы понимаем, что да, за закрытыми дверьми все-таки бывают случаи, когда не все знают соседи. Угрозы жизни и здоровья ребенку там нет. Для ребенка созданы все условия. Имеются продукты питания, приготовленная пища, отдельные комнаты, одежда, обувь, вещи. С мамой проведена беседа. Проверку сотрудники полиции уже провели. Составлен административный протокол, который будет рассматриваться на заседании комиссии. Что будет дальше, покажет время. А пока Эльвира Абрамова ушла с радаров, приостановила деятельность в интернете и удалила страницы в социальных сетях. Нина Бережная, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.